Микрорайон Шилово. Лес расположен между улицей Острогожской и рекой Воронеж. Вот такие постоянные вырубки здесь происходят где-то с середины весны и до последнего момента. Сейчас мы пройдем дальше и увидим, это пока только в виде просеки, а дальше склад, назовем ее готовой продукцией. Ну вот здесь росли деревья, можно сказать, это исходный материал. Ну это, скажем так, не деловая древесина. Это вот вся тропа усеяна порубочными остатками, тропа уже в дорогу превращается для вывозки древесины. Это, я так понимаю, место отдыха работающих. Ну вот, к примеру, уже раскрыжованная, распиленная на определенные куски древесина дуба. Вот это, ну не знаю, танкомер, не танкомер, не совсем деловая древесина, но в принципе в дело тоже пойдет, смотря для чего. Соскладированный танкомер. Кругляк небольших диаметров. Вот уже что-то более ценное. Вот это тот склад, который мы сейчас смотрели с другой стороны. А вот еще один путь выезда из леса и вывоза лесоматериалов. А это общий выезд из лесного массива в сторону учебного центра МЧС.